Приветики. На дворе у нас 25 сентября. Дуняшка спит, я собираюсь на работу. И, конечно же, начинаю, как обычно, очередной влог. Привет, кискалиска. Привет, утренняя кошка. Я уже собратая. Я уже пошла. Все, и ты поспи, пока Дуняшка спит. Проснется и будете с ней развлекаться. Бабах. Бабах ты мой, бабах. Не надо меня есть, я невкусная. Сейчас выхожу из подъезда. Сидят два, молодых мужчины. Такие оба под градусом. На меня посмотрели удивленным взглядом. Такой один говорит: ух ты! Я думала, сейчас скажет комплимент. Ух ты, какая красивая с утра идет. А он такой говорит: ух ты, неужели уже утро? Кто бешеная кошка? Кто бешеная кошка? Ты залегла? Ты в засаде? Я уже отработала. Я дома. Мне надо залезть под кровать, там кое-что посмотреть. Там вещи всякие. Бешеная кошка и бешеная Дуняшка. Здрасте. Привет. Забор покрасьте. Лиса, ты что там нашла? Ты что-нибудь вытащит? Ну, вытаскивай. Чё? Это подиум. Ты по подиуму ходишь? Надо сейчас так смешно, на дыбы вставала. Я только камеру взяла и все, улеглась. Смотри. Ну, Дуня. Нападай на Дуню. Собаки не хватает. Для полного счастья. Сейчас получишь. Ты сейчас получишь точно, Дуня. Так. Идите, не мешайте мне. Ага. Я тоже любила маленькое по кроватям прыгать. Новый год? Скоро? Спой новогоднюю песенку. Christmas tree and we can't be hard. Ты другую. Это была песня? Это что-то было непонятное. Сейчас придумаем. All the weather outside and flavor butterfly. Это что, песня собственного сочинения? Лиса, нападай, доедай, дожирай. Шика. Так, все, девки, идите отсюда. Вы мне мешаете, обе две. Девушки, до свидос. Ну что, моя кухонька? Моя кухонька набегалась, моя кухонька устала, моя кухонька улеглась. Да, Халюся, моя Халюся, скоро женяху заберут. Сегодня Коля, по идее, должен с рыбалки вернуться. Да, с рыбой, без рыбы. Может, ягодки какие-то привезет, брал с собой грабилку, но это не факт, что Дуняшка с сестрой играет. Так вот, то, что взял грабилку, это не факт, что он приедет с рыбой. Вот так мы моемся. Ты гостей намываешь или хозяина намываешь? Давай, намывай. Не намывай. Подожди, сейчас я схожу в душ, умоюсь, помою голову, потом намывай. Пусть он приходит, а то ванна на двоих не делится. Дуня сделала мне сегодня два подарка. Говорит, я померла, ну вот. Короче, она мне до этого обещала зайку, но все никак не могла его закончить. Я уже думала, она уедет и мне зайку не закончит. Она закончила мне зайку. Вот он, зайка, побегай-ка. Я потом вставлю его в рамочку. И тут такая сидит, что-то делает. И говорит: Лена, у тебя, кажется, будет еще одна картинка. И закончила, прям вот сидела. Так она быстренько, пока с сестрой общалась, играла. Вот такую вот красивую тоже картиночку. Куда-нибудь я ее обязательно приспособлю, этот букетик. Теперь... Это магнит. Это магнит даже. О-о-о! Ничего себе, да. А я думала, рамочку какую-то маленькую. Даже ничего и думать не надо. Оно само придумалось. Классно. Я думаю, ты опять картин делала. Слушай, так у тебя даже хорошая идея для подарков. Вот так кому-то идти в гости, сделать такой подарочек. Это ты надавила, что ли? Я думала, ты мне показываешь. Кстати, я ехала, ехала, мне одна машина мешает. Я, значит, эту машину обогнала и обгоняю, думаю, что на это? Кто-то хоть за рулем, поворачиваюсь, а там парень на меня не смотрит и мне вот так в окошко показывает.
Ну, то есть он левой рукой рулил, левой рукой рулил, а правой рукой мне вот так вот в окно. Он как будто чувствовал, что я буду смотреть на него, представляешь? Да, там. Ну, а там что? Там же ничего такого. Кристальная маза. Слушай, даже магнитики такие бывают. Вот это классно. Кстати, Дуня, вот я тебе говорю, что идея для подарков. Даже на Новый год или... Куда ты делала? Спрятала уже? Надо обратно туда. Зачем? Сюда. Вытаскивай. Я думаю, мы что-то прикалываемся. Когда успела? Обратно. Что там будет в коробке-то лежать? Коробочка не нужна. Дуняшку забрали, Лиска лежит на подоконнике, вылизывается, я отвечаю на комментарии. Там, где в видео идет речь о мобилизации, ну, вы поняли, да, о чем я. Мнения, естественно, разные, и это нормально, мы все разные. Также в жизни, также во всех своих мнениях, также, ну, во всем абсолютно. И каждое мнение имеет право на жизнь. То есть каждый имеет право иметь свое мнение, и для каждого оно правильное. Поэтому спорить с кем-то, ссориться, выяснять отношения, особенно в комментариях, я не собираюсь. Я все читаю, ставлю практически везде сердечки. Если уж совсем комментарий мне не нравится, то я либо не ставлю сердечко, либо если он совсем обижает кого-то, оскорбляет, то я такой комментарий удаляю. Но, к счастью, слава богу, у меня на канале уже очень давно нет таких комментариев, которые приходится удалять. Очень-очень редко появляются, поэтому в основном люди все адекватные. И, кстати, Миша был на рыбалке, вот и стал рыбачок. Вот в том году в Беларуси рыбалил, ему понравилось. В этом году тоже в Беларуси уже активно рыбалил, ему тоже понравилось. Теперь он уже покупает себе червячков, прям балдеет. У него есть свои личные червяки, которые ходят с ним на рыбалку. Вот такой улов. Рыба еще, даже, гляньте, живая. Она еще дышит. Ничего себе. Это маленькая треска и маленькая пикша. Вот, привез нам рыбки. Два, сказал кошке. Отварю кошки, очищу от косточек. И пускай кушает свежую рыбу. Ты будешь рыбу есть? Скажи, Ленка, я так набегалась, что никакой рыбы не хочу. Вот потом сваришь, я подумаю. О, хищник. Она, все. Она у меня ест, конечно, в основном покупной корм, но иногда я балую то рыбочкой немножко, то мясушком вареным куриным. Вот, так что иногда мы балованы. Да, балованная Лена дает, балует по чуть-чуточке. Гляньте, наблюдательный пункт. У меня там в кастрюле ботва со свеклы. Опять покупала свеклу с ботвой, оставила свинком. И остальную ботву хочу по баночкам. Очень мне понравилось. Вот, потом добавлять в борщец. Так, туда не ходи, там горячо. Вот, добавлять в борщец вот эту вот ботву. Вот, очень вкусненько. Ну, куда вот там банки? Сейчас же грохнешься или мне что-нибудь грохнешь. Но сегодня уже закрывать не хочу. Она чистила и намыла, чтобы она не засохла. Сейчас закипячу ее, только вот закипит, и я выключу. А завтра приду с работы и закатаю по баночкам. Пару баночек, наверное, получится. Вот такая наша мурманская свеколка. Знаете, какая смешная. Рогатая. Идет коза рогатая. Вот, ну свеколка на еду будет. Это швыня помыла, сохнет. Ботву, кстати, с морковки отрезала, повесила, но у меня морковки было немного, а директор тоже покупал себе морковку. Он же знает, что я ботву скармливаю животным, и ботву от своей морковки тоже мне оторвал. Короче, у меня много ботвы получилось, ботву тоже сушу. Вот, ну пока свежая, свинкам даю свежую, а потом сушеную едят и свинки, и шушки. И, кстати, на улице уже темнень, да, я намыла голову, сижу, делаю маникюр, но еще не до конца доделала, и Коли нет, обещала приехать в воскресенье, или приедет ночью, или приедет завтра, неизвестно пока. Последнее на сегодняшний вечер включение, киска Лиска, вон она где спит, да, ты где спишь внизу, там твоя постилка, тут Дуня немножко ей все переместила.
туда подстилку, сюда подушку. Здесь Дуня еще ей подушку одну притащила. Ты сонна морда. Такая сонна морда. Кстати, я сегодня вот так мы зеваем. Забыла сказать. Лиске сегодня целых 5 месяцев. Да, так время бежит. Прям ну, невероятно. Когда ребенок рождается, кажется, вот он так долго растет. Там раз в месяц, два, полгода, год. А тут вроде недавно родилась. И 5 месяцев ребенку. Ты ребенка, ты моя котенка. Сейчас пойдем с тобой ляжем. Ляжем, будем лежать. Приедет Коля, встанем. Не приедет, будем спать. Вот, время сколько? Время 9:30. Ну, по идее, наверное, сегодня уже не приедет. Хотя, кто его знает, бывает, что ночью приезжают. Вот, по-всякому. По-всякому, да. Выезжают за светло, но там... Как бы если далеко добираться, то по лесу, то еще где-то. Короче, ладно, что я буду ломать голову? Что ломать буду голову? Надо ложиться завтра на работу вставать. Вот, и поэтому сегодня снимала мало, да? И что будет? Будет всем пока. И снова здравствуйте. Кстати, маникюр, вот он мой. Вот такие вот уголочки сделала на оранжевом фоне. Вот так вот. И снова здравствуйте, 26 сентября, утречко, Лиска уже завтракает. Я совсем не выспалась, что-то вчера долго не могла уснуть, ночью просыпалась, ну как обычно. Вернее, не как обычно, как часто бывает. Но я уже встатая, почти проснутая и буду собираться. Слушайте, я завтракаю, ну и под видео, которое я нахожу в Ютубе. И очередной раз я просто удивляюсь Жириновскому, ну, насколько он все это предвидел, насколько он все знал. То есть, ну, человек, конечно, не от мира сего, то есть удивительный человек, если я вам включу. Так, поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Мирным путем все установили, санкции, все стоит. Единственный способ – начать войну в какой-то части Европы. И потом новый план Маршалла начинаем восстанавливать. Сперва поставки оружия идут туда. Слушайте, давайте войска. Какой-то мирный проект предложим. Ну, это американский но план. Пусть строят мост между Вашингтоном и Лондоном. Ничего не будет. Обычный надувной подводный война. Мост. Готовьтесь к мобилизации. Все, я готов. Частично. Я готов. У вас денег больше, чем надо. Их некуда деть в Европе. Они свободные. И деньги требуют войны. Деньги стучат. Банки. Деньги не могут лежать в банках. Деньги нужно запустить в экономику. Какую? Оружие поставлять. А потом восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день. Чтоб все было разрушено. Вся Украина. И еще Южная Европа. Все будет в развалинах. А Германия будет восстанавливать все. Я думаю, это план Маршалла. Это будет. Вольфович, вот так будет. И я знаю, что Коля у меня уже дома. А откуда я это знаю? Мне Коля оставил свой мобильный телефон, потому что ему должны звонить по поводу запчастей. Он заказал фонарь на Тойоту. Где-то он его цокнул, задний фонарь, даже не видел, не знает где. Может быть, его кто-то стукнул, тоже такое вполне вероятно. И заказал фонарь, ждет запчасти, оставил мне телефон, чтобы я отвечала на телефон. Мало ли, они придут, чтобы их... получить. Так вот, запчасти не пришли, но все движения по его банковской карточке приходят смс-ками на телефон. И пришла смс-ка 3 часа назад, что он купил в Магните на 500 чем-то рублей. И это были сигареты, скорее всего, 3 пачки, я так понимаю. Так что вот, Коля вернулся с рыбалки. Посмотрим, что поймал, что не поймал. И у меня сразу, знаете что, у меня сразу первая мысль. Как здорово, что Коля дома, потому что Лиске не будет скучно. Лена думает не о себе, что Коля приехал, да? А Лена думает о кошке, что кошке теперь не скучно, кто-то с ней есть. Потому что в понедельник я ухожу очень рано. И Кытя-Мурытя целый день одна. А теперь она не одна, теперь она с Колей, но все равно я знаю, что она по мне скучает. Я сегодня было время, перебирала фотографии, ну, удаляла лишние в телефоне, память, как обычно,
у всех, наверное, забито. Удаляла фотографии и дошла до того момента, где мы были в отпуске. И там, где Лизка еще маленькая. Я прям скучаю за ней, за этим котеночком. Вот за тем именно состоянием маленького котенка. Так хочу еще, чтобы она была такая маленькая, ее потискать, малюсенькую, смешнюсенькую. Вот. Но она и сейчас, конечно, котенок, но уже более взрослый котенок. И такая мордаха, такая... Она и сейчас опять же милая, одну маленькая, она другая. И я с таким наслаждением, с такой радостью, с такой улыбкой смотрела на эти фоточки за маленькой Лизкой. И еду домой, я за ней скучаю всегда. Каждый день, когда я на работе, всегда я еду домой с радостью, что меня дома ждет кошка. Так, камеру придержу на повороте, бог улетит, и вообще надо выключать. Чего тут привез? Показывай. Нет, не знаю. Сама. Сама? Кошка, а ты что не проверила, не размотала? А, Лиса? О, брусника, нифига. Клюква. Клюква даже? Да. Да ты что? Там клюква растет? А похоже на бруснику. Точно клюква? В пакете там. В смысле пакете? Вот это брусника вроде ж. В пакете под брусники, кажется, сверху где-то я положил. Не знаю. Ну там есть внутри. Короче, внутри где-то еще клюква есть, да? Но это мне работает перебирать. Лиса, ты будешь одну ягоду перебирать? Это рыба, я так понимаю. Не да? Ну там что-то тяжелое. Сейчас я разденусь, потом это... Все, скирено до... и... Достану, посмотрю, разберу. И я подсаливал. Надо промыть и в морозилку. Хорошо, сейчас я разденусь. Лиса! Окунсик и щука. Окунсик и щука там. Окунсик и щука. А я иду ну, на план. Ты не нашла, что ли? Чего? Ну, Коль, да что рыться? Он сверху. Ну, и в машине сколько он ехал. Где? Вот это пакеты в руках. А, все, 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 все. Ну, не труси, не труси. Вот. Пусть лежит. Я клюкву ни разу не видела, как растет. На болоте. На болоте? Спина болит до сих пор. А грибы есть в лесу? Какие грибы, ты что? Ну, мало ли. Есть черно-гнилые. Черно-гнилые. Ты что ходишь? Она со мной спала. Я спал? Часок поспал. А, я смотрю, раздетый, Коля не показываю. Одну макушку. Итак, покажу я Колин улов. Улов шикарный. Гляньте, какие щучки. Желание загадывать уже не придется, потому что щучки без кишок. Щучки, сиськи вот такие вот симпатичные, окуньки. Целая полная раковина. Я еле подняла мешок, чтобы пересыпать эту рыбу в раковину. Сейчас я ее промою, пофасую по пакетикам и все, морозилочку. Так что вот. Такой у нас шикардосный уловчик. Ну и что по ягодам поближе? Вот это вот клюква наша северная. Классная, спелая. Клюкву я переберу. Сегодня, наверное, все я не смогу сделать. Ну, сегодня, завтра, послезавтра переберу. Перекручу с сахаром. Кстати, с сахаром остается витаминов больше всего. Хотя в заморозке витаминов тоже остается немало. И вот эта брусничка, в брусничке даже немножко есть чернички, тоже все надо перебирать будет. Ну все, постепенно, потихоньку, она не испортится на лоджии, потихоньку я с ней разберусь. Лиса, нет, я туда рыбу складываю, залезла в коробку, ведьма, я туда рыбу складываю, потом понесу в морозилку, мне нужна эта коробка. Ну и что? Что с ней работаем, Лиса? Дмитрий не собирал, он с рулем. Ну а грибов вот вообще нету. Ни одного. Ни гнилых, ни никаких. Квялых. Нет, гнилые какие-то стоят, но они уже не определить, какой он был. Ну, короче, все. Дело в том, что я была на рынке недавно, на 1 мая, ну там, где мы раньше жили. Мужик прям с машины лисички продавал. 5 ведер лисичек стояло у него. Может, он откуда-то привез, где вот теплее там, ну. Ну, в Вологде нету лисичек, а Дмитрий... Приехал сюда, иди жарко, Дмитрий говорит, жарко на них. А сейчас пошли, он говорит, вот в данное время. Ну, может, жарко было. Жарко было, да. Лиса, мне рыбу вы сюда ложить. Ее. Пусть охраняет. Ну, пускай. О,
ох, рада, встает, ох, рада. Ты охраняешь рыбу, да? Мастерят он закрутил только литровую банку. Ну, там и грибов мало, наверное, жарко было у него. Жарко, да? Жара, ужас. Нам повезло в этом году с грибами. Вылазь, охрана. Вот нормальная кошка бы уже давно грызла пакеты, рвала бы и ела бы рыбу. Она лежит, охраняет. Лис, лис, Коля тебя хочет взять. А голову ты отрезаешь, да? Голову отрезаю, но я их заморожу на уху, можно на заливное, не выбрасывать. Ну, Дмитрий, что, уха самая вкусная. Ну. Котелок, ну мы что, по чашке по железной съели, остальное остыло. Эти кукши пролетают. Кто? Кукши. А что за кукша? Ну, птица такая. Кукша, птица такая? Да. Я такой не знаю. Как? Похоже. На кого? Большие, маленькие? Ну, сейчас я тебе приблизительно скажу. Как скворцы, только цвет другой и чуть побольше. Вот то есть они щуки все не соленые. Вот третья щука уже ну, есть. Она не, может не просолить. Не может. Я по чуть-чуть подсолю, блин, хребты. Не сильно там втирал, просто посыплю чуть-чуть ну, и вышло. Ну, видать, смылась. Дмитрий, по чуть-чуть вдруг пропадет. Да сейчас прохладно уже не пропадет. Ну такой жары не было. А погода такая, как и тут там. Суббота, воскресенье. С утра, ну, может, час, мелкий дождик. Мы еще это в избе приготовили. Дрова, дрова вокруг избы много, валежника. Андрюха пилил, мы с Дмитричем носили кругляшки на печку. А печку один раз вечером протопил в спальнике. Не тот спальник, а там маленький какой-то. Илья, где его надо было дехеривать? Не мой он. Мой другой. Но в избе-то тепло, когда топите? Тепло. Там изба сделана слоя три обшита, смотри. И коврами, и палатами, чем только не обшита. Что на помойке понаходили, да? Наверное. Да даже не обязательно, может, дома кто-то позабирал свои, так не выбрасывает, поехали с Бога, оббили. Ну, а Дмитрий что-то там щупал, говорит, слоя три. Ну, тепло держится до утра, классно. Ну, так не холодно. В спальниках вообще не застегивали, со спальника открыть ноги, только сунули на коленях. Я говорю, я сразу узнала, что ты приехал. Откуда? Машина стоит. Я на работе была, как я могла узнать, что ты приехал? Ну ты приехала с работы, а как? Нет, я узнала, что ты приехал примерно в обед. Откуда я узнала? Ниоткуда. Откуда? Кто-то звонил. СМС-ка пришла на твой телефон. Ну? Что ты в Магните купил продукты, или что там купил? Есть СМС-ка. Я умная, я догадалась. Как я узнала? Точно. Явно же не Коска послал в магазин с твоей карточки. Ну вот это, наверное, самый маленький. Не соль, вот может ее пожарить маленькую. Ну пожарь сигу, эту и сига. Сига я домой уже приготовила на зареху. Так, ну что, с рыбкой управилась, что-то в морозилку, что-то приготовила. Здесь овощное рагу, это на завтра, это папульке. Брусничку оттащила на лоджию, потому что сегодня я ей заниматься не собираюсь, переберу клюковку. Ну и на сегодня все, видео буду заканчивать. Всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.